Вы бы хотели знать немного больше про жизнь в Испании? Какие особенности культуры? Цены на минимальное проживание? Как относятся к нашим в разных регионах? Цены на продукты? Оставлять ли чаевые? И какие достопримечательности или фестивали не стоит пропускать? Все это и многое другое вы сможете узнать на лучшем сайте про Испанию, ссылочку на который вы найдете в шапке канала и в описании. Его друзья, ну хорошо, хорошо, мы как раз будем сейчас там... И вот, друзья, такое кафешка интересное очень. Здесь очень классную курицу готовят таким вот. И картошку пан. Очень вкусный получается вот так вот. С хлебом. Все. Такие вот классные колбаски. Отличные. И вот, друзья, приехал прогуляться. Местечко Оливу-Ново называется. Здесь вот рыбу ловят. Красивый пляж. Вот такой пустынный пляж. Здесь можно ходить гулять. Дюны. Такая красота. Это город Дени. А, Дени уже вот там, да? Ага. Ну, отлично. Недалеко, кстати, Дени здесь. Вот оно, да, вон оно, гора. А угу. Это в обратной стороне, это Дени. Угу. И вот, друзья, кемпинг прям на берегу моря. Называется Оле. Вот сегодня у нас получается 23 апреля 2021 года. Видите, все, туристы немного есть. Здесь прям живут в автодоме. Вот электричество здесь можно включать. И вот сам кемпинг еще, видите, внизу здесь, ребят, все работает. Вот, конечно, мало автодомов. Вот кто-то здесь просто живет. И вот видите, здесь сразу же море. Красота. И вот, ребят, видите, как живут здесь в прицепе, так вот интересно. Пока вот здесь все пусто. Там только стояли, видите. Вот видно начало сезона.
38-95 ночи. Ну, это лето. Это летний. Это вот, кстати, это бунгало, бунгало на 2 персоны. Бунгало на 4 персоны. 90. Ага. Фига себе. А, ну вот идет первого. Да, ну тут еще по датам надо смотреть. Да, тут такие вот. Итак, ребята, пришел купнуться. Сегодня у нас получается 25 апреля. Вот пробую бассейн. Здесь я. Кстати, водичка неплохая. Я не скажу, ледяная такая. Отлично. Холодно. Ну, прохладненько, конечно, но так более-менее. Купаться можно. Тучи. Я так закаляться люблю. Мы выезжаем в Угандию, в центр города. Сегодня суббота, 25 апреля или 24-е. 24-е, да, ошибся немножко. Паркинг. Да, да, вот это. Слава, вот, кстати, паркинг. Это большой. Большой. Мы станем заездом дальше. Тут здесь, по-моему, вставали на автодоме тоже. Центральная парковочка. Сейчас мы пойдем на набережную. Сегодня солнышка нету. Такая погодка. Туристический городок. Как-то раз мы здесь пробовали снять квартиру, пожить. Но она была такая убитая, что мы даже не стали снимать ничего. Не понравилось нам. За 400 евро хотели. Он даже работает. Колесо. Сейчас прогуляемся по набережной.
Вот же какая машинка интересная. Типа автодомика, видите, на литовских номерах. Limited SE. Ага. Она лимитовая. Ну ты вот когда вот ездил, смотрел. Да, 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 такая похожая. Такая. Америкос я такой. Я смотрю, не это, ты знаешь, я просто видел на немецких номерах, да? Тут минивэн крутой, типа. Да, то есть их с Японии даже привозят. А, нет, это левый руль нормально, да. Слушай, она похожа с Японии лишь. С Японии? Не, ну руль-то переделанный. Нет, руль не переделанный, они в Японии идут, а их только с левым рулем. GMC. Ага. Я просто смотрю, ну табличка нет, американская, это не японская. Вот какие именно диски-то? Я не вижу просто этих, стекло уже разбито. Limited. Спасибо, это. Ага. Угу. Она с Америки, потому что я, во-первых, не вижу ни это. Ребят, смотрите, интересно, сразу видно, живут здесь апартаменты, сразу лодочка стоит. Выходишь сразу такой, на лодочку сел, вот она поднятая такая стоит. И пошел поплавать по морю, походить, точнее говоря. Классно. Такие разные маленькие катерочки классные. Гуляем по Ганди, друзья. Ага, вот тут другая сторона. Друзья, здесь как. Масочный режим. И вот, друзья, смотрите, как интересный. Какой-то бар-кафетерий, Елена называется. Интересно, мы сейчас приехали в центр Ганди. Такой работой. Интересный барчик. Вот идем в центр города, нам километр. Это уже центральный Ганди. Такие вот квартальчики здесь. Оставили машину на парковке с края города и вот гуляем.